Добрый день, дорогие мои друзья! Сегодня я начинаю видео, и я не знаю, разбить его на две части, либо, ну, посмотрим по времени, потому что украшений я вчера купила очень много, рынок был большой, и было много порцелана, стекла, и, ну, я посмотрю, может быть, два, может быть, три видео разобью. Ну, всех приглашаю в гости на мой канал, смотрите, будет интересно. Ну, наверное, вот начнем с этой броши. Вот такая маленькая красотка, винтажное состояние, очень-очень хорошее. Такая вот красотка. На солнечном цвете она просто, ну, играет, слепит глаза, можно сказать. Очень красивая, изящная. Так, далее. Далее вот такая брошка. Ого! Сейчас вот камушек. Только что увидела. Но это где-то он здесь. Камушек присутствует, когда я покупала. Наверное, остался в пакетике. Я сейчас посмотрю. То есть, ну, брошка будет без потерь. То есть, камушек будет восстановлен. Вот такая красивая. Очень стекло. Посмотрите, какое очень красивое. Медового коньячного цвета брошь. Такая красотка. Так, ну, наверное, вот дальше. Внимание заслуживает вот эта вот брошечка. Она у нас эмаль. Состояние прекрасное. Такая тяжеленькая. Тоже размер где-то небольшой. Сантиметра, может быть, 3. Сегодня что-то у меня телефон расплывается. Так. Вот такая брошь. Она такая высокая. Металл покрыт в черный цвет. Жемчужинки все очень в хорошем состоянии, нету потертости абсолютно. Далее, наверное, вот такая роза, очень красивая, не маркированная, но она просто, ну, смотрите, такой вот матовый металл, брошированный. Очень детально проработана сама роза. Шипы, бутон. Состояние прям очень хорошее. Потертости металла нет абсолютно никаких. Бутон как будто будет настоящий. Это прям все отдельные пестики. Так, далее. Наверное, вот эта брошь. Аметистовый цвет стекла. Такая вся ажурная. Иголочка, я так думаю, заменена была, потому что она совершенно потертая. Я думаю, что если бы она носилась, она, ну, потерлась бы одновременно. Ну, что-то там, ну, мне так кажется, что заменена. Может быть, и нет, я ошибаюсь. Брошечка довольно-таки старая, видите, такой вот замочек крючком идет. Она очень милая, нежная.
Что еще? Следующее. Наверное, покажу вот эту брошь. Первый раз я увидела эту брошь на канале у Лены с Юрой, да. Она мне очень понравилась, но никогда не встречалась. Но мне кажется, или может я что-то путаю, они говорят, что она серебряная, но я не смогла найти здесь. Она похожа на серебро, но я не смогла найти здесь никаких штампиков, отметочек, что это именно проб. Ну, брошь очень старенькая. И состояние очень хорошее. Я думаю, что когда она будет будет при ходьбе, трении, вот эти вот золотые пластины, они будут играть, и эффект будет прям замечательный. Ну, идея, по крайней мере, хорошая. Так. Ну, наверное, вот такой цветок. Тоже эмаль, аметистовый цвет стекла. Состояние очень хорошее у брошки. Она такая тяжеленькая, но не маркированная. Так, что у нас еще? Наверное, вот эту красотку. Тоже довольно-таки старая брошь. Такой не замочек. Она такая высокая. Два яруса. Очень красивая. Так, теперь, наверное, вот такой кулон. Я вам покажу. И посмотрите, он весь подвижный. То есть ручки, головка, ножки. Он прям вот при ходьбе, он вот будет вместе с вами шагать и играть. Головка, ну, смотрится просто великолепно. Прям настроение поднимается. Замочек старенький. И очень красивая цепь. Плетение очень красивое. Так, ну и мне сегодня, конечно, посчастливилось, и я опять нашла это ювелирный пластик, те знаменитые фиалки. Отсутствует два кристалла, но я думаю, что это не проблема, потому что кристаллы такие несложно найти. У меня очень много броши, которые именно предназначены для реставрации других брошей. Я их сегодня, конечно же, выдружу. И обратите внимание, что каждый цветочек вставлен в лапки. Брошь тоже очень старенькая, говорит сам за себя замочек. Очень нежный букет. Но они встречаются крайне редко. Это мне вот повезло за сегодня. Я нашла две штуки таких брошей. Ну, похожие, естественно, не одинаковые, похожие. И они никогда не остаются, их покупают сразу. И второй букетик. Это такая прекрасная фиалка. Но здесь я ничем помочь не смогу. Здесь есть небольшая потеря, но ее практически незаметно. Вот видите, листочек. Небольшой скол. Эмаль. Ну, в цене будет, конечно, отображено, что вот здесь есть небольшая потеря. А так, посмотрите, состояние броши. Ой, ну, красота. Букетик весенней фиалки.
О, прелесть. Что дальше? Дальше, наверное, покажу вот такой кулон, тоже винтажный, старый замочек и натуральный камушек. Может быть, нефрит, может быть, я что-то путаю. Подскажите, кто знает, что это за камушек. Кулончик такой тяжеловатый, без маркировки. Состояние новой вещи. Хотя вещь винтажная. Такой милый, красивый. Дальше я нашла маркированный кулончик, но пока еще не разобралась. Очень похож на позолоту. Написано, я не знаю, как правильно поставить ударение, Америк или Америк Тек 4. Но я пока не смогла найти, сидела мало еще в интернете, информацию. Но вот стоит такая маркировочка, и есть еще вещи с такой маркировкой, только буковки совершенно другие. Там, скажем, вместо ТЭК 4, там FBM, K&L. Вот. Ну, очень милый, красивый. Давайте сразу же по кулону пройдемся. Вот такой настоящий янтарь, кулон, ну, не маркирован, ну, такой красивый янтарь. И так, что еще? А, и нашла я, наверное, сейчас будет второе видео по бижутерии, потому что большой уже получается. Вот такие антикварные сережки. Вот замочек. И мне кажется, что это гранат. О, простите. Повторяю, мне только это кажется, потому что я еще не проверяла, не носила к ювелиру. Ну, сережки антикварные, то есть даже не винтажные. Ну, наверное, это видео закончим, и сейчас будет вторая часть, прям сразу на другие украшения. Не прощаюсь с вами, а сразу переключаюсь на второе видео.